всем пламенный шалом. Вот очередная посылка с сайта AliExpress. И там те же самые крючки, которые я уже заказывал. Очень удобные оказались. В общем, что касается самих крючков. У них диаметр отверстия 14 мм, поэтому подойдут на любую модель Форда, я так думаю. Вот. Сейчас будем вытаскивать. Ну и ставить, соответственно. Один вот уже стоит, а второй нужно будет поставить. С одной и с другой стороны. Очень удобные оказались вещи. Так. Ну, то есть свободно даже еще ходит. Пакет повесить, сумку выдерживают даже 10 килограммов. Свободно и запросто. Выглядит все следующим образом. Вот такая красота теперь находится сзади сиденья. В общем, ну и соответственно так. Все ссылки будут в описании к этому видео. Ну а также в процессе всего видео в желтой вставке вы увидите короткую ссылку, можете ее набрать и в принципе заказать себе такие же. Ну а пока, всем пока. Ну и собственно говоря, в общем, как-то так. Вид теперь сзади. Ну и рюкзак со всякой всячиной, очень сильно нагруженный. Висит довольно-таки прилично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте добавляться в друзья.